Делегация самарских бизнесменов в скором времени может отправиться в Индию. Предприниматели изучат все возможные варианты сотрудничества с иностранными коллегами. Укрепление партнерских связей между губернией и Южноазиатской республикой сегодня обсудили министр экономического развития области Александр Владимирович Кабенко и посол Индии в России Панкадж Саран, который прибыл в Самару с рабочим визитом. В 2017 году торговый оборот региона с Индией вырос почти в два раза, превысив 80 миллионов долларов. Самарская область экспортирует в республику продукцию химической промышленности, текстиль, резину и пластмассу. Из Индии завозят изделия из камня и черных металлов, лекарства, различные оборудования и автокомпоненты. На встрече были названы несколько сфер, сотрудничество в которых может быть выгодным для каждой из сторон. Последние 4 года, к сожалению, рынок в России, автомобильный рынок в России падал, но с этого года начался серьезный рост, он измеряется уже двузначными цифрами. Безусловно, мы здесь заинтересованы как в привлечении производителей из Индии для кооперации с нашими компаниями, так и в продвижении той продукции, которая производится на территории нашего региона, для автомобильных компаний, которые базируются в Индии. Перспективным стороны также признали сотрудничество в авиа- и ракетостроительных отраслях, научно-технической сфере, в сельском хозяйстве и ряде других секторов. Панкадж Саран пригласил в Индию самарских ученых и бизнесменов. Мы готовы оказать всю возможную поддержку, организовать встречи. Вы можете в удобное для вас время привести в Индию представителей совершенно разных секторов бизнеса. Безусловно, во время визита вам стоит посетить штат Карнатака. С ним у Самарской области есть соглашение о сотрудничестве. Также мы всегда будем рады принять вас в нашем посольстве в Москве. Кроме того, индийские бизнесмены, присутствовавшие на встрече, выразили готовность инвестировать в создание в регионе ряда сельхозпредприятий.